Всем привет! У нас сейчас утро. Батоша дома. Пришла пиньята вот такая. Мы сегодня встречаем гостей. К нам дети придут к Алисе на праздник. Костя с утра уже купил от лимонады. Я варю 2 кастрюли свежайшего компота. Заказали пиццу утречком. Да, Мирочка? И сейчас придумываю, какой интерактив с детьми. Я с Алискиным днем рождения ничего не успела придумать, поэтому вот сейчас быстренько думаю. Первое, что пришло в голову, поскольку день рождения все-таки с этими монстрами, да, торт с монстрами, пиньята такая. У Алисы очень много повторок получилось. Когда мне присылали из Алиэкспресса, получается, присылали, то ли заменяли какие-то игрушки, которых у них не было, на другие. И получилось вот столько повторок. Мне пришло в голову раздарить это детям. Я не знаю, сколько у нас будет детей, поэтому я сейчас поеду еще призов докуплю, повешу это на веревочке и буду с закрытыми глазами срезать ножничками. По-моему, это вот шикарная идея. Идея номер 2 – неизменная – поиск клада, поэтому мы на каждого ребенка купили киндер. И не знаю, сколько будет детей, на всякий случай мы купили их много. Ну, в целом, можно с ними тоже поиграть в эти же игры, если им это будет интересно. Ты что делаешь? Бан-бан! Шарики перегрызть пытается. Ну, с ума сошел. О! Где-то и удалось уже. А нет, это Мурочка здесь еще тоже. Шкодники. Вот так вот они мне помогают, понимаете? Сейчас вам покажу, какая у нас во дворе движуха. Смотрите, Алиса уже проснулась. Даша помогает. Катя распечатала таких монстриков. Прятать их по двору. Алис, не подглядывай, куда она прячет. Закрывай глаза, вы будете их искать. Костя бегает, ставит второй стол, потому что детей будет много. Забрал у бабушки столик. Я тут заметала, украшала. Вот, прилепила сюда шестерку. Костя поменял лимоши воду, помыл у него пол. А Надюша тоже помогает, вот протирала стулья только что. Короче, у нас тут все привет. Семейным подрядом, да, готовятся к приходу гостей. Я сейчас еду в пиньяту заполнять. Будете пиньяту разбивать? Да, я уже видела ее, там было пиньята, где бомба. Да. Такое ощущение, что еще не проснулась. А на батуте сохнет мое платье. Потому что я его только постирала. Вообще не успела приготовить, в чем буду. Алиса, ты видела? От твоей крестной мамы подарок уже висит. Вот такой вот цветочек-тарелочка. Надо запрыгивать на нее. Как вот у тебя на вырастайке. Только на вырастайке сильно не раскачаешься, а на улице можно. О, Кость, кажется, ее надо выше чуть-чуть повесить. Кто-то у нас длинноногий очень. Ну да, Алиса, даже для Алисы низко, а если дети еще выше будут. Ну я же говорю, да. А Костя вешал выше. Я говорю, а что это? Я говорю, как ты ее туда зайдешь? Она сказала, она со своим ростом не залезет. Давай. Поступил ниже, понятно. Понятно. Алиска, слезай, папа поднимет выше, чтобы тебе удобнее было. Сантиметров на 10, наверное, надо выше. Не-не, это уже слишком. Алиса, залезешь? Не, это низко. Это низко, низко. А ну пробуй. Подтянись наверху, выше возьмись руками. Да, подтянись, вот еще выше берись. Да, и запрыгивай. Сможешь? Выше пояса ей. Запрыгивай выше. Да сможешь. Ну научишься, я уверена. Подпрыгиваешь, повисаешь на канате, а потом ноги закидываешь. Во, видишь, какая молодец. А теперь как? А вот только теперь она сама не раскачается, потому что высоко. Наверное, чуть ниже все-таки. Ногами нужно все-таки немножко доставать. Смотри. Ух ты. Вот так запрыгиваешь двумя ногами. Не, именно запрыгиваешь двумя сразу. Там держишься высоко, как на пилоне. Ага. 2 ноги. Давай. Ну ты же умеешь, давай. Подпрыгни даже немножко, вот так. А теперь, да, во. Ой. Все. Теперь раскачивайся. Фу, Луна! Луне захотелось в общество. Лимоша, ты оценил новую игрушку? Будешь играть? Видал? Повесили лимонную игрушку. Так, ну все, именинница качается, а мы пошли пиньяту наполнять. Так, Алиса с нами захотела поехать пиньяту наполнить сладостями. О, какой прикольный. Давай возьмем, мальчишкам понравится. Мы тут с Лисюшкой призы выбираем. Давай такую уточку возьмем, какую-нибудь такую повесим, да? А, нет, тут бантик какой-то. А, хотя он у всех такой. Сейчас. Надо красивенькую выбрать. Нормально, он у всех такой, бери.
Так, что еще? Может, мыльные? Ну, мыльные пузыри какие-то маленькие. Может, такую мишку купить? Можно, давай, красивенький. И вот эту штуку можно. Да. Как думаешь? Понравится же она, я думаю. Так, что еще? Какой приз еще выберем? Так, пистолетик брызгаться, не? Может, сову? Сюда вода набирается, он брызгается. Ну, давай. Давай, на. Пап. Папе кто-то звонит. Может, сову вытягиваешь? Давай. Какой, красную или, может, другую, желтую какую? О, давай розовенькую. Давай. Она красивая. Хорошо. Все? Хватит нам призов? Да. Теперь будем брать сладости. Да, пойдем брать сладости на пиньяту. А, вот тут еще что-то было. Что это, смотри, антистресс какой-то. Смотри. Ракушка. Русалка в ракушке. Да. Давай тоже возьмем. Я подумала, прикольно. Это зародыш. Зародыш? Какой зародыш? Зеленый зародыш. Так, пошли за сладостями. Так, мы в магазине решили купить два арбуза. Классные арбузы. Будем арбуз сегодня первый раз кушать на твой день рождения. И соков набрали еще кучу. Так, в общем, я для пиньяты набрала всяких вот таких желейных бургеров, всяких штучек желейных. Так, я наполняю пиньяту бегом. У нас уже первые гости пришли. Алиса платье надевает. Сразу настроение поднялось. Нам на родину, когда росты велико, щасливо слухаться мама. Ой, ты, і так ти, як ним. З цього самого найкращого. Дарю, дарю. Стой, подожди. Дай від медика. Тоже. Ох ти. І щоб ти всіх більше розбужувала, хочеш послухати? Хлопушка. Хлопушка, смотри. Потім, вона многоразова. Потім дивись, складуєш. Береш, складуєш ось так. Потім ось так. І складуєш ось так. Щоб, і якщо так не вийшло. А ну попробуй, Аліс. Да, попробуй. Держи. За оцю. Вот той ручкою візьми. Вот так держи, только отойди от стола, щоб не удариться. І давай. А тепер вот сильно хлопай, давай. Да. Ну, все, все. Не, вот так. Вот так, сверху вниз. Вверх. Вверх, вот так. Да. Вверх, ось так. Ось і так. Дуже сильно, Зусь. А да не бойся, это ж хлопушка, смотри. И поняла? Давай. Дуже сильно, дуже-дуже сильно. Дуже сильно. За все свои силы. Давай. Будет тебе учить. Опа. Тут у меня два одинаковых. Прикольно, будет один военный, а я ещё будет братик и сестричка. Ося. Ух ты. Это одежка. Брат, ух ты. Ты сама сделала? Нет, это я купила. Братик, то военный. Понятно. Вау. Дивися. Мама. Разматываешь. О, тебе денежку подарили. Спасибо. Давай спрячем. А тут еще что? Мой конверт у Миланки. Раз. Тут наклеечка. Шампунь. Шампунь. Смотри какой, как для принцесс. Давай, еще есть шоколад. О, и опять денежка. Так. Вау, бомбочки дрованные. Смотри, что в а шоколадке. Там подарок внутри. Да, вау, спасибо. 30. Да, все, ты богач. Тут еще и бомбочки дрованные. Алис, смотри, там еще где-то подарок. Если дивись, тут... Ой, осторожно. Такие наклеечки. И еще такие вот браслетики. Еще один там. Класс. Поделка по моими руками с бонбонами. Класс. И вот такой наборчик. Класс. В виде мороженка. Можно накраситься. Класс. Я прыгаю, там красивая пушинка. Так, застелили мы будку клеенкой, которую я купила. Максим идет, Алис. Алиса, говорила, что не бывает. Алиса, Максим сегодня звонит и говорит: Алиса, у тебя есть радужный друг овечка? Алиса ему говорит: не бывает радужного друга овечки. Оказывается, бывает. Ой, такой смешной. Класс. Давай, Алиска, обувайся. Можно я? Я думаю, что для нее такая вкусная будет. Я даже такую не раз выкрашивала. Антистресс? В конце. С днем народжения, мама. Спасибо. Давай тебе из самого наикращого, чтоб усі ці твої дні, які були, були щасливі, щоб ніколи не плакала ще. Спасибо. О, нова качелька? Да, це нова.
качелька. Пойдем посмотрим. О, вот и Ваня. Привет, Ваня. Ваня мимо пошел. Ваня, Алиса. Вот и Ваня. Добрый день. Посмотри, тут есть твои подарки. Спасибо. Ну, давайте, енот, заходите, проходите. Была. Да, у нас енот живет. Да, иди показывай. Живет. Иди и покажи. Какой красивый букет. Его зовут Лимон. Лимон. Он что-то злится на себя. Дядя Лен, а? Если бы еще его вы назвали Лимур. Да, он Лимон. А можете собак выпустить? Нет, ты что, их же многие боятся. А я хотел бы погладить. О, еще гости. Тебе еще гости идут. Смотри, кто идет, Алис. Привет. Привет. Это мне подарок. Спасибо. Дашенька пришла. Алис, ничего себе, какой букет. Ого! Вот это букет. Спасибо. Я тебе шоколадок. Квитки стоят, трохи потекло. Алиса, а где мой сок? Бери любой, який тобі подобається. Аліс, Макс тебе зове. Дивись, висіться нога на одній мої. Нахлопайся. Посмотри, як наб-наб висіть, Аліс. Лимон купається. О, повісив. Круто. Ребятки, соки пейте, кто хочет, можете брать и пить. Жарко пить хочется. Да, сейчас мы будем пиньяту разбивать, доченька. Ты это потом раскрасишь. Сейчас ищите наклейки. Ну, не наклейки, а вот эти, которые Катя вырезала монстры. И потом посмотрим, у кого сколько монстров будет. Только не толкаться, не пихаться. Собирайте. Их забирать, да. Снимать и себе забирать. Они спрятаны по везде, где только можно. Да, себе забирать. Молодец. Ищите, ищите. Их очень много, их штук 30 тут. Ого, аж где? Это Даша прятала, я сама не знаю, где она их попрятала. А что, уже все? Не, ищите, их штук 30 спрятано, их много. Где угодно может быть. Надо хорошо искать. О, Алис, ты еще нашла? Да. Это я ебал. А, Максим поделился. Какой джентльмен. Мы с ней ебалось, у нас 7. Хорошо, ищите еще. Идите сюда, будем смотреть, у кого сколько. Вау, охотника Тима нашел. Да, я нашел. Я одного только. Так, давайте смотреть. У кого сколько? Хорошо, у тебя 2. У Вани 3. У Арины вообще... 3. У Арины 1. У нас 7. 1, 2, 3, 4. 4. У вас по 7. У Максима... По 7 мы разом просто. 3. И у Златы 1. Давайте, идите сюда. Теперь смотрите. Ну, Алиса, раз именинница, будет первая. Становись. А теперь у кого больше монстров, тот второй, третий. В очередь вот так становитесь друг за другом по количеству монстров. У Максима 4. Вин одно. Максим Алисе дал одно. Так, батончик. Тебе надо отойти, батончик. Мы сейчас будем бить пиньяту. Давай, Зайк. Так, все, готовы? Давайте, значит, каждый делает по 2 удара. Давай, Лисюша. Нам надо ее разбить. О, покажи свой удар. Ого, круто. Так, теперь иди в конец. Будем по очереди. Следующий. Давай, Настя. Так, еще раз. Так, передавай дальше. Настя, становишься за Алису теперь. Батон испугался. Милана, твоего удара... Осторожно, отойди. Сергей, за стулом. Есть. Сейчас. 2 удара. Раз, 2. Ваня, давай. Ваня, тихо, тихо, под девочкам не попади. Ой. Раз, 2.
Все, Ваня, давай дальше. Ой, я тащу разбил! Молодец, Ваня, молодец. Ваня, силач. Ваня, давай. Три раза только. Раз. О, другого. Я думала, это легенькое. Два, все, Злате. И я потом. Да, потом ты. Ну, давайте эту бомбочку взорвем. Два, есть. Алис, давай. Разбивайте ее. Вот так. Так, она вот-вот уже сломается. Скоро разобьем. Так. О! Упал тортик. Давай. Ты хочешь в Джамбо Джоша? Давай. Все, есть. Сережа. Давай. Ого. Ого. Уже скоро. Давай. Вот так. Вот так. Ничего. Он маленький. Давай. Раз. Два. Еще чуть-чуть, мне кажется, и она будет разбита. Давай. Даша к ней подошла, но это не работает. Это не работает. Я еще, можно? Давай, разбей ее. Добивай ее. И давай, со всей силы. Давай, разбивай ее. Алиса! 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 Давай! Алиса! 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 Теперь высыпаем. Высыпаем. Так, давайте дальше. Теперь, значит, вот такие всякие. Вот такого жука. Осьминог. Сейчас даю тебе. Ты хочешь кого-то страшного, Вань? Да. Вот такого хочешь? Да. Это ты паук. Тримай. Так, дальше. Кто хочет такого? Не, у меня есть. У кого ще нема такого? У Злати. Злата, смотри, хто залишився. Дивись, отакі гарненькі є. Акула. Конька. А ну, отламай конька. Або Злата сама. Отламаєш конька? Акулу візьму, я покладу. Так, можна. Так, це у кожного є, так, отаке? Ні, у мене немає. А можна? Так, тепер конфетки. Хто з таким вкусом любить? Мені з клубникою. А мені з апельсином. З апельсином. Яблуко. Так, ще кому яку конфетку? Аліс, тобі яку? Я ще. Ні. А ще такі є? Ну, ми все по-чесному зробимо. Тепер маленькі жилейки. Мені. Так, бери. Маленькі жилейки. Зараз даємо. Так, смотрите, я зараз буду вам показувати, з чим є. А мені можна? Мені. А можна потягнути? Так, кого ще маленьких нема? Я отаку візьму за місце. Хорошо. Держи. Да. Так, я хотіла повідати. Зараз подивимось. Ось вона. Да. Так. Тепер ще конфети отакі. Кому какую? Мені. Тримай. Все. Все, тут всі так кричать, Ванечка, бо що я не чую. Так, скільки вас? Порахуйте. Я не чую. Один, два. Так, мы сейчас поделились, да, теперь давайте тем, кто еще придет. Две девочки точно еще придут. Давайте им тоже вот так же, как вам положим. Потому что они опоздали, но им же все равно надо дать, правильно? Угу. Так. Вот так. Что еще? Здесь я что-то забыла. Чупики. Да, чупики. А, маленькие. Чупики. И маленький этот. Ага, есть. Так, и еще должна одна девочка быть, но я не знаю, будет она или нет. Браслетиков всего два, поэтому предлагаю один имениннице дать, а второй малышу дать. Да. Еще на одной девочке на всякий случай тоже сложим. Я не знаю, придет она или нет. Так, вроде разделили. Все, все довольны? Да. Даша, тебе спасибо за помощь. Даша нам порасклеивала тут. Этих, которых искали, монстров этих всех по всей площадке. Так, это мы оставляем тем, кто опаздывает. Вот это. И идем играть дальше. Смотрите, у вас тут выпало вот что-то такое. А можно куда-то положить? Это енота, что? Это енота наш. Да, енот нарисован. Так, значит, что-то надо найти у енота, да? Давай, Ваня, давай маме сладости, она потом заберет до дому.
Да, а енот не укусит. Нет, к еноту не лезьте. Ищите где-то возле енота. Я не знаю, где это Катя прятала. Такую же карточку. Енота только не трогайте, он злится. Так, ищем что-то около енота. Что-то спрятала Катя. Какую-то карточку. Ищи, конечно, можно. Только пальцы к еноту не суйте. Где ж Катя спрятала? Я даже не знаю. И я не вижу. Где-то так спрятала, что даже не видно. Я нашел! О, Макс, молодец. Горка. Высоко. Вот где. Так, что-то возле горки. На горке нет. Книжка, книжка. А где ты это нашел? Серега, уже нашел его. А где оно было? Оно у него было. Давай. А, Алис, слезай. Так, в книжках будем искать. Идем до нас додому. Так, идем к нам домой искать в книжках. Опа. Разувайтесь. Что это здесь такое висит? А я бачила сегодня видео. Что там? А это бомбончик, да. Маленькая книга. Ой, закрывайте скорее дверь, кошка сбежит. Так, где книжки у Алисы? Я думала, что я на кота наступила. Или на снег. Так, Алис, иди в книжках ищите. Надо квадратную карточку. Да. Так надо искать. Максим, дай в книжках шукают, короче. Нет, пожалуйста, можно я? Найдете, дайте Ване, хорошо? Он дуже хоче найти. Мурочка. Хочешь подержать? Она такая, как пластилин, мягкая. Нашел! А, это не то, наверное. Это не то, это потом на картине нужно искать. А сейчас надо в книжках найти. Ты заранее нашел. Но ты следопыт. Конечно. Видели коврик с этими монстрами? Да. Да, даже коврик. Мягкий, я настоящий. Да, это Мурочка. Милана нашла, смотрите. Кто здесь? Это шиншилла. Я шиншилла живая. Да. Шиншилла. О, на полу. А что там? I love Ukraine. Алис, ты знаешь что? Давайте Алиса сейчас поищет. Это подушка. Это подушка. Да, подушка в Украине. Алиса, она не там. А где? Вон. А теперь смотри, что было под подушкой. Шарики. Картина. Картина. Там Макс уже нашел. Да. Шарики. На каком-то шарике надо искать. Это картина по горам, чи сама малювала? Де? А, це вони самі малювали. З Катею. Прикольно. Ваня, шукай, всі шукають. Всі хочуть знайти. Шарики. Шарики. Холодильник. Смотрите, тут є букви, з них нужно составить слово. А ну-ка, можна? Україні. Это подсказка, да? Да. А какая именно зеленая? Д. Желтый. У. Ду. В. Ду. В. О. В. Ду. Вот это я. Упала. Ой. А. Парень. Я ничего не вижу. А почему тут куча покемон? Не знаю. Покемон. Ой, трошки неправильно. Вообще на ливии. Духовка, я понял. Еще. Давай я. Алиса, нет, давайте. Пошлите в комнату, откроем. Мы нашли сокровище. Клад нашли. Я хочу. Можно. Давай, я вот это, а ты это. Давай. Ваня. Давай, Вань, ты один замочек, а Алиса второй. Здесь так хорошо. А куда лучше? Так, каждому по одному. Я три. Не, Вань, по одному. Я взяла один. Давай, кому у кого нету. Злате дай, Алисочка. Злат, тебя куда-то можно отпустить. Где
Да, да. Нет? А мы возьмем простой. Да. Так, все взяли по одному киндеру? Да. Смотрите, сколько у вас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вам еще по одному хватит. Берите еще по одному. Я зелененький возьму. А я вот этот. Так, а те, которые остались, мы оставим тем, кто придет. А можно я зеленый? Конечно. А це ми залишимо, якщо хтось прийде до нас ще. А хтось ще? У кого три? Так, все. У всіх по два. Все, нашли сокровище. Да. А теперь пойдем, будете срезать с веревочек там с закрытыми глазами себе призы. Я знаю, пицца будет. Да, пицца будет. Да, возьмем ножнички сейчас. Поскольку у нас Алиса любит монстров, то у нас, видите, как много монстров. Я знаю, кого я хочу. От этого хочешь? А в смысле призы? А вот сейчас вот это будете срезать, и себе кто что срезал, тот забирает. Сейчас, ребятки, по-моему, к нам опоздавшие гости пришли. Привет! Привет! О, смотри, кто пришел. Ну, витайте, девчонки. Да пусть уже разуются. Да, мы уже тут квест прошли. Ну ничего, у нас еще много будет. Никуля, витай. Блин, сколько у меня. Скажи. Сколько друзей. Покажи мне все. Можно я тебе зонечку больше? Хороших тебе пожеланий. Потому что наша игрушка все забывалась. Не спасибо. Молодец. Спасибо. И подарочек дай. Алиса, обними Веронику. О, посмотри, она хочет взорвать ниточку. Я первая вещь. Так, подарки сложили? Так, ну что, давайте. Давай, закрывай глазки, а теперь режь. Осторожно. О, получилось. Кто следующий? Алис, кто второй? Старший Даша. Ну давайте, пусть Ваня отрежет. Давай. Хорошо, пусть Ваня отрежет, потом все остальные. Я третья. Так, Вань, закрывай глазки. Честно, не подглядывай, честно. Так, и режь. Давай, давай. Так. Давай, давай, режь, не подглядывай. Ой. Ничего, ничего, нормально. О, отрезал. Я третья. Это хотел? Да? Ваня, это хотел? Да. Да? Это Виктор, да? Так, кто третий? Арина третья, да? Давай. Арина, режь. Я знала игру. Режь, режь. Давай, да. Кто следующий? Давайте он, Вероника будет. Закрывай глазки. Класс, да. Садись там, Алисочка. Посмотрела кого ты, что ты хочешь из этого? Посмотрела? Выбрала? А что ты хочешь, скажи? Я овощ. Ну, давай. Так. Режь. Панду поймала. Ты панду хотела? Да. Даша, стой. Стой, подожди. Выбери, что ты хочешь. Посмотри. Выбери, что бы ты хотела. Вот это. Теперь закрывай глазки. Так, и закрытыми глазками подходишь и режешь. О, молодец, режь. Оба! Забирай. Даша, теперь. Хорошо, сначала у нас девочки, потом мальчики. А я пистолет. Настя, ты хотела пистолет? Он стреляет водой. А что ты хотела срезать? Я хотела срезать этого. А, этого оранжевого? Но можно поменяться потом с кем-то, если что. Это Ниблер. Давай. Так, стой, Ваня, отходим назад, не мешаем. Зад, выбирай, кого бы ты хотела. Получается, я хотела Милана, да? Так, режь. Режь. Оба. Так, кто сзади попался? Вот такой чудик. Спроси у Алисы, она знает, как они называются. Алиса, кто сзади попался? Расскажи. Алиса, это кто? Это я не знаю. А, это же Алиса не знает. Это какой-то новый. Так, в Милане ножнички давайте. Ты выбрала? Так. Я сейчас. Давай. Я хочу быть. Все,
Этого хотела? Все? Давай, да, закрывай ручь. Так, режь. Оба! Есть, молодец. Серега. Серега, ты кого хочешь? А? Подивись на всех. Гляньте, кем Мира играет. Мира выбрала себе Мира. Режь. Оба! Этого хотел. Не хочешь на пистолет поменяться? Да, иди выбери себе что-то другое. Только, правда, твоего чудика уже Серега выиграл. Ничего страшного. Смотри, может, зайца твой? Куда? А вот. Гляньте, Мира себе выбрала игрушку. Мира, зачем тебе этот человек? Ну что, какого дашь? Я не знаю. Ну, мягкая игрушка какая-то нравится? А тебе еще какой-то нравится? Какой? Поменяешь красного на этого? Ну, давай. Держи, бери красный. Тогда я с Серегой меняюсь, а этого дарю Насте. Все. А ты ему подари пистолет. За обмен. Ну, он обменялся, он благородно поступил. Поэтому так. Все, пошлите на улицу теперь, да? Идем, там должны сейчас пиццу привезти. Это игрушка такая. Сейчас, вот так играешь. Вот так. Идем во двор.